Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале у Светланы Лоди Сад. Конец июля, самый расцвет сада. Мне кажется, что все цветы зацвели, декоративные кустарники пока еще ждем. Ну, я имею в виду метельчатые гортензии. Остальные, по-моему, все в цвету. А метельчатые гортензии примерно к середине августа покажут всю красоту. Сегодня приглашаю вас прогуляться в мой сад, когда он действительно в полном расцвете. Потому что то одни цветы цвели, то вторые мы ждали с нетерпением. Сейчас дождались всего. И даже астры, и даже флоксы уже зацветают, несмотря на то, что конец июля. Но на носу 1 августа. Поэтому думаю, что август мы еще продержимся, если погода не подведет. Но в этом году у нас чудесное лето, просто чудесное. Северо-восток Ленинградской области. Чтобы такое было устоявшееся тепло, ну, не было давно. Единственное, суховатые многие кустарники страдают, и многие цветы тоже. Но ничего, возьмем, польем их, ну, лишь бы солнце светило. Когда солнце, этому все радуются, в том числе и садоводы, цветоводы, ну, и овощеводы тем более. Поэтому прогуляемся, поехали. Солнечно, ярко. Все, как я сказала, в цвету. Что парадная вход, зона входа в дом. Ну и вообще, вот эта парадная комната, так это называется сейчас в садоводстве, да? Когда ты только входишь на нашу территорию, ты видишь вот такую картину. Картина яркая, картина сочная, летняя. Кому-то много красок, мне немного от слова совсем, потому что у нас 9 месяцев зима, и мы очень ждем этих красок. И нам очень-очень нравится. Вот. Что здесь мы можем наблюдать вот в этой парадной зоне? Ну, здесь разные цветы. В ящичках я высаживала все то, что у меня осталось. Такое начинкованное, малышики, пеларгонии. Ну, посмотрите, малышки уже превратились в красоточек. Вот так они активно цветут, притом все махровые. Вот это из последних сортов. Плюшечки тоже симпатичные, вот такие махровые разные, но в основном нежные. И в подбивке новая гипсофила от моей подписчицы Людочки, спасибо ей большое, очень симпатичная. Гипсофила у нас была светлая, беленькая, а это вот такая вот яркая. Семена по возможности соберу. Появились у меня вот такие кашпо, их еще не одно. Они стояли в зоне огорода. Здесь цинии, ну, в разных композициях. Цинии из профсемян, они тоже все разные. Я их очень много не сажала, потому что некуда. Но немножечко они будут для того, чтобы просто мне было посмотреть схожесть семян. Это все из моего интернет-магазина, который находится в группе Лоди Сад ВКонтакте. Я об этом много буду говорить. Ну, чтобы вы понимали, где я взяла вот такие семена и как представляются эти растения. Вот сейчас расцветет, будет очень здоровская такая яркая композиция. Здесь у меня петунии есть, вот некоторые, да. Вот такие пеларгонии, но тоже, посмотрите, какая все махровая. Это от Ирины, кормилицыной сайта «Цветочные мечты», в этом году новинки у меня. Алисумы, которые страдают от того, что у нас очень жарко, все время 30 градусов, их надо поливать 2 раза в день, и от того, что их едят вредители. Вот в телеграм-канале мне писали, почему у нас отцветают алисумы. Да только лишь потому, что там куча вредителей. Сам он не отцветает. Это так они его, ну, сжирают, если можно такое сказать. Поэтому обработку веду почти каждую неделю. Вот. Ну, сейчас вот немножечко стало получше. Катарантус ампельный. Первый год выращиваю этот катарантус. И он очень мне понравился. Однозначно посажу пораньше. И тоже в телеграм-канале делилась, почему и как. Вот если вы хотите быть в курсе всех таких садовых дел, всегда приглашаю. Подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылочка есть в описании, в первом закрепленном комментарии. Просто там, ну, намного больше информации. Это тоже профсемена, тоже у меня в магазине. И тоже ампельный катарантус. Требует жары, солнца в этом году ему хорошо. Поздно посеяла. Вот. Ну и вот эти два кашпо, конечно, меня прям впечатлили в этом году. Они очень высокие, да. Розы не впечатлили там совсем.
Может быть, ошибку я сделала, не знаю. Это еще все выводы будут впереди. Во-первых, я их сожгла, но тоже говорила. Но даже без роз. Посмотрите, какие великолепные эти цветы у меня здесь получились. Просто замечательно, вот как я мечтала и как хотела. И помимо батат, про них тоже сделаю видео. И вот тут тоже такое кашпо. Еще впереди дома есть у меня пеларгонии. Обо всех цветах, которые я сейчас показываю, есть очень подробные ролики. Вот обо всех. И о пеларгониях тоже. Как они так красиво цветут. Посмотрите, здесь еще раз говорю, не совсем солнечная сторона. Солнце здесь ближе к вечеру, но и до конца. Цветут без устали, без конца. Разные пеларгонии из семян. Вегетативки здесь мало. В основном из семян. Махровые только вегетативные. Но очень, конечно, радует. В этом году упал. Вот я вам показывала от урагана. Один ящик разбился. Не знаю, что на следующий год. Ну, есть у меня здесь уже задумки. Я думаю, я их осуществлю с помощью моих подписчиков. Как вы думаете? Пишите, какая будет у меня задумочка вместо этих ящиков. Потому что вот все это дело надо менять. Вот. Ну, теперь вот сюда пойдем. Как обычно, я хожу по кругу. Детская зона. Вот там, видите, детская зона. И там вот есть один ребенок. Все ребенки ушли, а один остался. И ну что здесь? У него игрушек на каждом шагу. И вот очень ты красиво сегодня смотришься, Маркиз. Просто замечательно. Очень красиво. Ребенку здесь интересно. Здесь я посадила бархатцы. Так делаю каждый год. В прошлом году не получилось. В этом взяла бархатцы из профсемян серии Тайшан и серии Дюна. Очень шикарные бархатцы. Вот посмотрите, разного цвета. Голден. То есть вот такие вот золотистые и оранж. Вот такие ярко-оранжевые. Ну, замечательно. Тебе, Маркиз, нравятся бархатцы? А? Тебе нравится? И вот так вот. Здесь совсем у нас плохая земля. Практически нет земли. Здесь камни и песок. И они вот все равно живут. Видите, я их так чередовала. Золотистый, оранжевый. Вот. А где получше земля, они вообще просто красотуны. Вот такие. На следующий год вообще еще больше посажу. И на другие клумбы тоже. Ну, в общем, влюбилась в такие бархатцы. Да и сами клумбы рассвечиваются цветущими многолетниками. Как-то потихонечку отошли барбарисы. Сами помните, что из них было вообще в этом году. Вот в этом году у нас потери огромные в саду. Хвойных растений, в общем, да и не только хвойных. Вот. И здесь композиция из тайдалов. Два тайдала, парпл и сильвер с одной стороны. И точно такая же композиция с другой стороны. И вот здесь вот мне просто нравится, когда они под такой вот занавесочкой растут от плектрантуса. Видите, как-то плектрантус даже сдерживает, и кусты меньше разваливаются. От ветра их не трясет. Я обрезать ничего не буду. Конкретно я имею в виду тайдалы. Как есть, так уж и доцветут. И наверху, с одной стороны и с другой, это плектрантус и батат. Вот здесь вот плектрантус разрастается быстрее, и батат быстрее, в другом помедленнее. Ну, конечно, они соревнуются. Корневая система мощная у одного растения, у другого. За воду бьются, за питание бьются. Но я не хотела сюда ставить цветущие растения. Сначала думаю зря, а теперь думаю не зря. Много здесь цветущих, и пусть будет вот такие декоративные. Но когда плектрантус спустился, вообще то, что и хотела. Плохо себя чувствует от жары, конечно же. Фуксии у меня их в этом году совершенно немного сохранилось, всего 6 штук. И то вот эти цветут, остальные еще даже и не очень. Прямо плоховастенько им, что и говорить, на такой жаре. Поэтому верю, когда мне пишут тот, кто живет в более южных условиях, но на юге, что тяжело. И это не болезнь, это все иссушающая жара. Вот, а здесь у меня петуньки еще разные, но про петунии уж очень много видео я вам снимаю. Это вот новиночка, только еще посаженная, жду специально для того, чтобы она в августе показала себя.
Еще фуксии здесь. Вот есть у меня поставлены 4 горшка, те, которые выжили. Но трефилочка, она у меня и не умирала, жила в светелке. Все остальные из погреба не выжили. Фуксии, видите, это цветет. Это вот только 2 фуксии. И там вот набирают еще обороты. Здесь были можжевельники. Все удалены в этом году. Им 15 лет. Вот такая вот ЧП у нас в этом году. Но ничего, вот поставила. И думаю, в дальнейшем фуксии здесь хорошо им будет. Солнце вечернее, они к нему типа тихонечко привыкнут и привыкнут. И в клумбе тоже тайдалы. На этих клумбах постепенно разрастаются многолетники, и все торжественно цветет. Говорю, что флоксы вроде как рановато начали цвести. В подбивке здесь идут колиусы из семян, из профсемян, и тоже из моего магазина. Они разные. Название не знаю, потому что специально не сеяла. Все, что падало на пол, то и сеяла. Но знаю, что вот это конг, они сумасшедшие большие. Это колоча Скарлетт. У нее такие ажурные листики. Она бы была мощнее, если бы ее не задавили другие. Это Mesmerin шоколад. Вот. Да, люди пишут, что они быстро пускают цветочные стрелки. Мне это нравится. Как-то вот эти голубые цветочки, эти стрелки немножко расцвечивают. В дальнейшем покажу вам еще, почему. И флоксы. Супер флоксы. И обратите внимание, что флоксы я тоже вот в эти решеточки поставила. И это благодать. Не падают. Вот зеленые и коричневые. Решетки вообще не видны, но зато флоксы таким букетом стоят. И молодцы. Даже дождь их не сваливает. Будет реконструкция здесь этой клумбы, но это попозже. Что так и продолжают радовать, ничего не скажу. В новых кашпо, калибрахоа, все хорошо с ними, видите, какие красивые они калибрашки, просто прелесть. И каждый год они у меня здесь висят. Все цвета очень красивые. Вот. Между собой как-то они так хорошо у меня сочетаются, да? Вот. Смотрите, какая красота калибрахоа. Очень симпатичные. Так, ну что на этой клумбе? Здесь уже отцвели. Здесь шалфеи, разные шалфеи. И, кстати, тоже были посадки из семян. Они низенькие, хорошие, в отличие от вот таких покупала, которые в прошлом году. Вот, скоро шалфеи уйдут на вкусные, полезные букетики. И венечки в баню. Вот. И посушим эти шалфеи. А на смену приходят уже другие цветы. Такие, как очень красивые космеи, которым я рада безумно. Посмотрите, какая красота. Не только цветам, но и пышной зелени. Это тоже немаловажно, чтобы клумба была забита. Низкорослые космеи из профсемян. Вообще космеи мне давно не удавались. Так что вот какие красавчики. Здесь на подходе астры. Тоже у меня очень такие мощные, красивые. Это гейхиреллы. Покупала семена в биотехнике. Семена дорогущие, но гейхиреллы выращиваю второй год. И безумно в том году была рада. И вот здесь, смотрите, сколько. Вот видите, они у меня везде в подбивке, вместе с красивыми-красивыми вот этими цветами. Вот. Ну, тут еще простые астры и гейхиреллы уже готовятся. Ну, а такой центр этой композиции, это вот, такая, вот такой вот яркий, солнечный цветок. Рудбекия просто красотка. Подарила мне на выставке один блогер, зовут ее Наталья Старостина. Спасибо, Наташенька, она мне прям привезла корешочек. И вот он превратился в какую красоту в этом году. Просто солнечный цветок, обалденно красивый. Ну, с этой стороны тоже разные здесь. Смотрите, какие они красивые цветы, большие, сами главное, низкорослые. Вот, и чудесная такая зелень пышная. Шмели работают, вовсю стараются. Вот так. Вот. Еще вам не показала колиусы из семян, которые неудачно растут, но я их и сеяла, вот так и высаживала, вернее, высаживала, как в подбивку сюда, к другим растениям. Все они разные. Если бы они были на солнце, были бы более яркие.
Вот такие вот все из семян. Почему из семян может быть удобнее, чем вегетативку? Не надо всю зиму передерживать. Можно купить, посеять в марте, потому что все равно их высаживаем только в июне. Боимся холодов. И, пожалуйста, высаживайте прекрасные колеусы. Ну, они там у меня уже забитые, да. Но вот я вам просто как идею говорю. В подбивке они не показывают всю красоту, но зато у меня наполненность клумб за счет них. Вот какие красотуны, прямо светятся. И с марта вырастили как обычную рассаду, и все хорошо. Здесь тоже очень у меня необычная будет цветочек. Когда распустится, скажу вам. Теперь здесь у меня моя любовь. Самая лучшая гортензия в саду. Вот, безусловно, Little Fresco. Если где встретите Little Fresco, покупайте всегда. Среднего роста. Никогда не разваливается. Побеги от тяжести не падают. Вы посмотрите, сколько цветов. В том году было 50, в этом году больше. Притом она все вытянет, все соцветия. И все соцветия зацветут. Это просто какая-то бомба, а не гортензия. Со всех сторон. Little Fresco. Здесь самарская лидия. Ну так попышнее в этом году. Побольше цвета у нее. Тут гортензии еще дойдем с другой стороны. Вот здесь вот крупнолистная гортензия была сильно срезана. Ничего, вот она обновился куст, на следующий год зацветет. Розы вам показывать не буду, потому что не навела порядок. Розы, первая волна прошла. Розы были шикарные, несмотря ни на что. Сейчас мне много срезки, обработки. Вот когда пойдет вторая волна, тогда и снимем. А не хочется снимать некрасивые розы. Ну и петунии, центр композиции. Про петунии показывала вам и снимала в этом году достаточно часто. Много роликов, чем кормить, сколько поливать, что делать, если дождь, что делать, если жара. Какие петунии устойчивы к таким погодам, какие к таким. Чем отличаются петунии одной серии, например, шок от оперы. И еще и пиндолина рассказывала подробно, конкретно видео прям про каждую серию. Еще осталась одна серия, ну такая основная. Разберем и ее чуть-чуть позже. Здесь на окнах я обрезала кустовые петуньки, но они уже полностью обрастают. Как, например, и вот такие петуньи, которые тоже полностью обрезала. Заболели серой гнилью Easy Wave Berry Velour. Ну, посмотрите, как она, я ее подкормила, все вам показываю. Сколько много молодых побегов. Ну и уже, конечно, бутонизируются и уже зацветают. Так что обрезка действует. Точно так же и там. Уже все цветочки пошли вон, на окошечко. Вот. Здесь в центре, что вам могу сказать? Я сразу говорю вам и минусы, и плюсы. Сбежавшая невеста меня не впечатляет. Уже третий год подряд. Еще продержу год. Потом посмотрю, надо ли мне такая гортензия. В общем, нет той красоты заявленной. И не понимаю, почему. Зато серия Пан. В горшке. Ведь в горшке. Смотрите, какое отличное цветение у метельчатой гортензии Пан. Правда, Пан пану рознь. Покажу чуть позже. У Ирины Кормилицыной покупала на сайте «Цветочные мечты» в прошлом году. В прошлом году она не цвела, но молодая была. Зато в этом году огромное количество цветов у этого Пана. В общем, панчик такой прямо очень красивый. Это Пандора. Серия Пан, а называется Пандора. Вот. И про цветущие колеусы. Два колеуса вегетативных, но зацвел один. И он для меня темноват, как и чернильные пальчики темноват, так и психопат. Ну, так вроде как переводится. Но когда он зацвел, эти голубые цветочки все-таки дают ему такую более нежность. Вот. Поэтому никогда не отрываю, пусть для меня цветут. Хотя вегетативный колеус, но весь в цвету. Вот. А этот только еще пускает чернильные пальчики. Так что с ними все хорошо. А вот остальные гортензии меня, конечно, порадовали цветением. Посмотрите, бесконечное лето. Какие шляпы. Ну, жара, 30-градусная жара, они быстро в этом году отцветают. Ну, шляпы просто с тарелку суповую.
Это ли не красота? Я вам показывала подробное видео о том, как я ухаживаю за такими гортензиями. Да и вообще, как храню, все тоже есть. Кто еще не знает, пожалуйста, посмотрите в плейлисте гортензии. Все видео можете посмотреть. Эта красота тоже немножко приобрела другой вид. Вот такие яркие цветочки, когда расцветают. И немножко с таким начинается бронзовым отливом, уже когда в полном цвету. Таблетензия. Гортензия, таблетензия. Вот, на следующий год хочу и другие сорта таблетензии. Под весном кашпо это, конечно, красота. Вот. Вот такое дерево из метельчатой гортензии. Тоже, ну, такая моя радость. Дальше идем. Здесь еще не